Всем привет из Банска, из Болгарии. Сейчас я нахожусь в одном апартаменте в комплексе Green Life. Вот, как видите, здесь сейчас летом такой замечательный открытый бассейн. Вот, терраса с супер видом на все Банска. А также вон там главное здание и ресепшн, сам отель. Там тоже спа-центр, сауны, хамам, и есть внутренний бассейн, детская комната, ресторан большой, где можно как шведский стол, даже за отдельную денежку, так и по меню заказывать что-то. Здесь тоже можно, ну, напитки, такой легкий террас. Здесь апартамент есть с двумя спальнями, есть с одной спальней. Плюсы в том, что здесь очень тепло в этом здании, так как отопление центральное, и, допустим, на вот этот апартамент с двумя спальнями есть свое локальное парное отопление, то есть как в России, вот, что вы можете включить себе нужную температуру, у вас свой котел, батареи, разводка и камин еще дополнительно, и что вы можете себе нужную температуру обеспечить вообще как в обычной квартире. Вот, в этом отличие есть, естественно, свой паркинг даже несколько для машин. Вот, вам спокойно все видно, это конкретно Green Life паркинг. Вот, также чуть выше есть новый такой городок для детей, где всякие лазалки, вот такой прям очень интересный, мы тоже его потом снимем, покажем вам обязательно. Вот такая зеленая территория, абсолютно классное качество строительства, адекватный персонал, все есть, и зимой, и летом работает, ну вообще круглый год. Сюда даже йога-туры ребятишек с мамами приезжают периодически. То есть полностью соответствует своим 4 звездам заявленным. При этом такси поддержки тоже адекватная. Вот, 10 евро с метр, но здесь реально как бы все включено, все за всем следят. Все очень хорошо. Вот, сейчас мы пойдем в апартамент смотреть. Вот такая большая терраса. Подойдем туда? Наверное, будет вообще отличный вид, да. Вот мы находим апартамент и сразу попадаем в
кухню и отличный вид. Кухня стандартная, а вот вид шикарный. Балкончики есть. Сидочки. Dead Life, конечно, крутой комплекс. Спальника. Здесь у нас санузел, душевой кабинет. Небольшая прихожая, ну такой хороший односпальный апартамент с камином. Итак, мы сейчас как раз вот на бассейне Green Light. Вот. Апартаменты, вход с этой стороны. Здесь мы с одной спальней смотрели. Здесь, кстати, сейчас для ребятишек есть лагерь, то есть не только вот эти лазерки, там лазилки и бассейн. Для детей есть детский лагерь от 5 дней. И там уже начинается лес. Ну, тарзанка. Здесь зона барбекю, вот можно делать пикник. Жарить шашлык. Приключения, так называемые, для ребятишек. Наверное, единственный панцирь такой. Да, да. Вот. Потому что ближайший в Благоевград. С лазалками всякими такими. Комплекса. Да, комплекса. Да, вот он здесь расположен. Главный вход. Здесь массажный салон и парикмахерская, мини-магазинчик, ресторан, спа-центр, паркинг, бассейн внешний, входы домиков, как бы входы подъездов А, Б, С, Д. Вот первый блок — это вот отельный, как я уже сказала. Вот мы сейчас находимся в этом парке лазилки и барбекюшная зона. Виды, такие красоты. Вот такой Green Life. До новых встреч в Банско. Пока-пока.